Окей, давайте продолжим. А как бы у нас был персонаж, которым мы прошли вот эти три локации, Оленьский лес, Западный край и Красногорье, и у нас проблема в том, что этот персонаж апнулся до 30-го, а с 30-го я уже планировал идти в локации Катаклизма. Но я, блин, хотел еще допройти вот эту локу, а мне очень нравится, в ней давно не был, хочется в ней побыть, поэтому мы сначала сперва пойдем в нее. Пойдем вот таким вот персонажем. Получается... Сейчас покажу эти настройки. Интересно. Вот. А чернокнижник в специализации получается колдовство. Ни разу не играл. Не знаю, как она играется. А, персонаж Йеннифер. У нас есть свой ручной демон, которого, к сожалению, нельзя переименовать, но я бы назвал его Геральт. Можно было делать вот так вот. В атаку Геральт. В ноге Геральт. И все прочее. Ну и также для... Следуйте указать. Где за нами? Следуйте, вот она. А, и также для полноты у нас еще вот такой маунт. Ну поехали. Сумеречный лес. У нас тут много квестов. У нас есть, по идее, в Красногорье был квест, который нас отправлял в эту локацию. Но из-за того, что этим персонажем я не квестился... Что это тут за трупы какие-то вурдалаков? Откуда взялись? Из-за того, что этим персонажем не квестился в Красногорье, у меня этого квеста нету, но ничего страшного. Но все равно ничего интересного нету. Блин, вообще-то, если играть в PvP-сервере, какой-нибудь ванили, да, вот эта дорога довольно такая опасная, потому что здесь тусуются всякие разбойники ордынские, которые любят подрезать лоу-левельных персонажей, которые из Красногорья в Темнолесье идут. Не один раз подрез было дело. Но, благо, всего один раз, и дальше я уже успел бежать. Так, ну и сумеречный лес. Зикс, редкие товары, ночной дозор. Время, деньги, друг! У него тут всякая херня, лечебное зелье, кстати. Не знаю, он в оригинале тоже какие-то лечебными зельями торгует. Ну, темная локация. Фонарики классно подсвечивают все тут, дорожку нам. Мы идем в первую локацию, это Темнолесье тут. В целом, из-за названия этого города путаю название данной локации. Тоже называю постоянно Темнолесьем. Темнолесье, кстати, есть во втором Dark Souls. Там еще есть туманный лес такой прям... Где буквально туман, все враги в тумане, ничего не видно. Так, ну да, кстати, есть съезд, там, по-моему, домик есть какой-то, но вроде там квесты будут. Припасы какие-то. Кстати, не знаем, ну, сходим, посмотрим, что это за квест. Возможно, нас какой-нибудь другой квест к нему отошлет. Ночной дозор. Ну, тут что утро, что ночь, всегда темно. Они как бы ходят днем сейчас, на самом деле, потому что здесь не ночь. Просто темно всегда тут. Так, откуда начать, единственное, не знаю. Давайте начнем с открытия полетки. Посмотрим. По идее, я точно не уверен, куда нас отсылает квест, который мы берем, но, по-моему, вот в тот домик. С часами башни, да? Но давайте все-таки, ладно, возьмем, что ближе. Все тут какой-то чел стоит, то без... А, мисс Мантл. Слишком уж долго мы были в заперти. А, легенда о Сталване. Я здесь, потому что получил от моего брата Сталвана, которого я не видел долгие годы, письмо. Когда я только прибыл сюда, мне сказали, что он умер. И никто в целом городе не может мне дать дальнейших объяснений. Одно лишь упоминание его имени вызывает у людей страх и подозрение. Как будто бы меня самого не переполняет эти чувства. Не знаю, что произойдет, если я буду натыкаться на это и дальше. Прошу тебя, помоги мне разобраться во всем этом. Упроси клерка Далтри поделиться любой информацией о моем брате. Иди, клерка Далтри. Окей. Пусть тебя ведет молодая луна. Молодая луна. А. Скорее, не здесь, вот здесь вот к ним подходить, окей. Ну, а туда мы еще сходим. Тут нет, тут места. Кто здесь вообще стоит? Какие-то гномы.
зубец терпель Еланом. Здесь есть квест. Каллар. Чем могу быть полезен? Воргины в лесу. На сумеречный лес неотвратимо надвигается силы тьмы. Цель мастера Карвина – борьба с этим злом. Благодаря нашим усилиям народ темнолесья живет в безопасности. Ты считаешь, что достойно вступить в наши ряды? Когда-то я был таким же, как ты. Меня раздражало самодовольство дозора, и я стал соратником мастера Карвина. Если ты хочешь показать, на что способна, то не трать время на слова. Выступи против воргинов и стань ночной погибели в светлой роще. Посмотрим, есть ли у тебя силы, чтобы одолеть этих монстров. Эти 7 воргинов. Ступай с честью. Ничего, ничего. Где-то таверна должна быть, не помню, вот это или вот это. Пойти туда и туда зайдем. А, ну судя по Хардстоуну, не здесь. Есть просто чей-то домик. Оп, ускоряемся. Вот это таверна. Так, мне нужен Хардстоун. Приветствую. Прощай. Еще какой-то квест. А шеф-повар Груаль. Приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать в мою кухню, миледи. Именно здесь готовят лучшие деликатесы таверны Алый Ворон. Один только запах, чего стоит полный восторг. Пряные котлеты из волчатины. За альянс. А мое коронное блюдо, пряные котлеты из волчатины. Разумеется, могу тебе их пожарить. Но для этого мне понадобятся кое-какие продукты. Принеси 5 стейков из волчьей грудинки. Лютые волки, которые водятся у реки, что к северу от города, отлично подойдут. Но на твоем месте я бы не заходил глубоко в лес. Рецепт на кулинарию. Уже, кстати, получается, в западном крае у нас был подобный квест, да? В Красногорье, и вот сейчас здесь. Да благословит тебя свет. А темные пирожки с крабами. Открою тебе тайну, темные пирожки с крабами на самом деле пекутся с паучьим мясом. Понимаю, это может звучать не совсем приятно, но пирожки получаются вкусные и ароматные. Отличная закуска. Видимо, рекламный ход. Типа пирожки с пауками не так звучало бы, да, вот с крабами. Если хочешь их попробовать, то, боюсь, у меня кончилось мясо. Чтобы я смог испечь еще, мне нужны кусочки темного паучьего мяса. Мясо ядовитого круга прядов отлично подойдет. Их можно найти к северу отсюда, между предгорьями и рекой. Береги себя. Якс. Угу. Все квесты пока что в одну область иду, да? Довольно удобно. Так, командир Алтея Чернодрев. Глава ночного дозора. Рада встрече. А волки идут по пятам. Лютые волки – самая распространенная угроза для местных горожан. Опасен весь лес вокруг, но больше всего волков вдоль северного берега реки. И это не те полудохлые псы, которых ты видела в Эллинском лесу, или откуда ты там пришла. Они в два раза более злобны и размером с человека. Если хочешь помочь жителям Темнолесья, поохоться на лютых волков, чтобы мы могли спокойнее ходить по улицам. Угу. Береги себя. Так, тот самый клерк Далтри. Добрый день. Нас с ним просили поговорить. Корень наших бед в глухом равнодушии тех, кто укрылся за толстыми стенами Штормградом. Это где-то там диалоги. А чем я могу помочь? До скорой встречи. Украденные письма. Ты хочешь знать о Сталване? А знаешь, не ты первая. О нем спрашивают довольно часто, и всегда кто-то не здешний. Местные-то жители обычно в курсе. Но тебе в любом случае не повезло. Я лишился половины архива. Несколько дней назад дикие воргины ворвались в городскую ратушу и разгромили там все в пух и прах. Интересующие тебя документы, скорее всего, разбросаны по светлой роще, далеко в лесах, к западу отсюда. Если тебе интересно мое мнение, оно того не стоит. Сверите парочку писем. Всего хорошего! Ага. Шира фон Индия. Историк Темнолесья. Истории, знаешь, не рассказывает, да, свои истории. Так, а вы чё, Одрина, Посол Берибак, городской совет. Член встретиться совета. Встретиться с тобой большая честь. Анахорет Делан. Да хранит тебя свет. Раз я Анахорет Делан, своего рода учителя. Вы кто такая? Да будут дни твои долгими. Лорд Элла. Труды легкими. Ну, мы, наверное, с этим чуваком еще поговорим. А что, просто не время. А, Геральт, за мной. Так, ну погнали драться. Будем сейчас учиться играть за чернокнижников в колдовстве. Нам надо на вот эту вот часть попасть. Здесь есть хорошая тропинка для этого.
Я не помню, ванили вроде не было, как будто бы здесь дорожки. С ее позже добавили. Не уверен. Либо просто я ее ваниль не нашел. Но, кстати, самое вот, что для меня удивительно было, это то, что в ваниле были варгены. Воргины, кто они там. Как бы я думал, что воргинов добавили в катаклизме, как бы добавили прям полноценно в катаклизме уже на самом деле. Как играбельную расу. Небольшой сюжет с ними завезли. Так, ну так, надо, да? А, эти все мгновенно поменяются. Окей. Сейчас будем учиться, как тут правильно. Так, это мне не нужен, кстати. Ну ладно. Ну, короче, суть нашего варлока в том, что мы играем через доты различные, да? То есть у нас есть вот эта штука, которая 14 секунд атакует свой урон. Это 18 секунд. Вот. Это все навешиваем, это все дамажит, и мы потом сосем учением жизни каким-нибудь. Можем также нашего демона хилить, да? Вот он даже мажился, мы такие, хоп, похилили его. Окей. Короче, в ваниле воргины тоже были. То есть их не только добавили в этом. Можем им еще, кстати, вот эту штуку. Но в проклятии, кстати, я не особо разобрался пока что. Учитывая, что их еще только одно у меня. Короче, есть проклятие, которое можно на каждую цель черепной крыши может воздействовать только одно его проклятие. Но пока что у нас какое-то слабенькое проклятие, как мне кажется. Но только вот что он делает? В 2 минуты увеличит интервал между атаками противника на 20%. Типа меньше урона получаем. Не верю, насколько много. Но на обычных бомбах точно смысла нет юзать. На каких небольших, редких и прочее. Теперь я об редких мобах. Ну-ка, блин. Блин, видимо, теперь моды отключил на одном персонаже, отключились на всех. Так теперь работает. В общем, рарников будем охотиться, продолжим. Так, у нас тут что, куча обломков? Украденное письмо, это нам надо? Я понимаю. Да что за квест нас к ним привел? Воргины в лесу. Пачка изрезанных писем, ага. Забираем. О, почитать можем? Все неосланные письма. Итак, давайте где-нибудь в безопасном месте бы встать. Так, уважаемому директору Криллиану, мой учитель, пишу вам, чтобы вы знали, что ваш ученик занимался в последнее время. А последовав вашему совету, я решил расширить свои знания, обрести мудрость в путешествиях вдали от нашего любимого Штормграда. Я побывал во многих местах, но в итоге решил поселиться здесь, в милом городке Луноречья. Окружающие его поля западного края особенно прекрасны в ту пору, когда приближается время сбора урожая. А всего через несколько дней после приезда я уже учил местных детишек с окрестных ферм. Уроки шли так хорошо, что мэр города предложил мне открыть здесь школу и начал строительство нового здания для нее и серебряного сбора в Штормград, а теперь в Луноречье. Кто бы мог подумать, что я увижу столько разных земель Азерота. С уважением, Сталван Мистмантл. Угу. Достопочтимый господин, весть о том, что вы ищете учителя для своих детей, дошла до меня в Золотоземье, где временно проживаю в таверне города Слепа. Ввиду того, что в регионе неспокойно, мне пришлось ставить пост директора школы Луноречья. Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность учителя ваших детей. Директор Крилломан из Академии может дать вам рекомендации, если это необходимо. Я приеду, чтобы встретиться с вами, когда закончатся зимние дожди, и дороги снова станут пригодны для путешествий. До встречи, Сталван, Мистмантл Серебряного Бора? Серебряный Бор. Серебряный Бор. Это же вообще здесь. Почему здесь Серебряный Бор? Ну, кстати, самое интересное, здесь находятся руины Гелнеса, а в Гелнесе как раз-таки у нас варгены-то и зародились. Точнее, там на них проклятие было навешено, и там появилась куча варгенов. То есть люди превратились в воргенов. Здесь любопытно, что он напал на меня, но чел, видимо, переагрил, или как это сработало. Не уверен. Так, давайте похилим чувака, а то он умирает. Оп, похилили. Теперь сами хилимся. Не успели. Ну, кстати, я также отказался от этих твинкошмотов всяких. А то что-то на охотнике у нас все ваншотали, было как-то неприятно. Но все равно, мне кажется, это, короче, проблема была не в твинкошмоте. Это просто левел так плохо заскейли на маленьких уровнях.
Так, а мы Варгена, кстати, убивали. Пойдем террарничка поищем. Плюс, мне кажется, на охотнике та билка с ваншотом была просто сама по себе очень сильная. Нету? Ну, как где он ходит примерно? А, может даже где-то тут быть. Эх, лень искать на самом деле. Так, ну, продолжаем квеститься тогда. Что напал? Что надо? Так, отхилимся. Отсасываем. ХП-шку. Оп, тут хипьем. Найс. Так, нам нужны паучки. Для крабового салата. И лютые волки нам еще тоже нужны. То есть паучье мясо и волчье мясо. Погнали собирать. Также здесь тоже где-то рарник должен быть. Тоже где-то здесь хоть по большой области. Сейчас найдем его. Блин, если честно, не особо понятно, с чего мне открываться. По-моему, раньше одна из этих обилок оставаться должна была. Сейчас они все мгновенно применяются. Просто навешивать доты, что ли. Единственное, что мне не нравится, то, что я начал играть за Варлока, но также у меня есть идея поиграть за Шипе. Мне кажется, Шипе и Варлок, они плюс-минус вообще такие идентичные классы. Хотелось бы какое-то разнообразие. Так, давайте нашего Йода Геральта хилить. Ну что, вот там у ШП Приста тоже, я помню, какие-то доты были, он навешивает, какое-то касание вампира или типа того. А, слово Тьмы Боль, по-моему, тоже это дот. И у него похожая сосалка есть, как у нас Похищение Жизни. Не помню, что у него там прям конкретное. Ну что-то похожее. В общем, ладно. Так, у нас как бы много волков, но мало пауков. А, не, нам волков, кстати, дохера надо. А, у нас, кстати... А, у нас два квеста на волков. У нас надо стейки собрать. Два. Две штуки еще. И 9 убить. Я вижу. Тогда волков надо много. Я думаю, то, что сейчас стейки соберем, и все, но нет. Так, паука вижу. Там у нас уже, кстати, Эльвинский лес. Мы в Эллинском лесу бегали, смотрели на эту локацию, Сумеречный лес. Было дело. А у нас, кстати, 0 паучьего мяса. Давайте хотя бы штучки 3, что ли, выбьем. Потом я сам буду добивать оставшиеся, потому что что-то... Вот, блин, как хорошо падал лутик в этом... В предыдущих локациях, да, что у нас с первого же моба падает нужный лут. И так с каждого просто моба. Тут вообще не сыпется. Это здесь жадность какая-то сработала на луте. Ну-ка, паука, дай свой лут. Во, хотя бы один. Хотя бы один. Блин, рарника тоже хочется найти. Наверное, сейчас тоже поищу его сам. Да? О, блин, вообще вот моего демона больно бьют, да? Может быть, реально вот эту штуку еще навешивать дополнительно? Я не уверен в этих проклятиях. Просто не хочется на них, мне кажется, в это время тратить. То, что демон, ну, я тупо отхилю его. Я как бы есть хилочка для демона. Так, наверное, не в эту сторону надо было идти, на самом деле. Потому что, учитывая, что радник якобы здесь, может быть, да? Окей, ладно, давайте я в другую сторону пробегусь. Там здесь поубиваю все. Найду рарник, покажу. Так, а вот и рарники, кстати. Волокус найден. Так, ну поехали. Раз, два, три. Реакивай, давай, давай. Дамажим, дамажим его. Можем фернуть его еще, не знаю зачем. Так, убивает нашего демона. Чуть пойти демона. О, левел ап, сюда. Так, один рарничек найден, хорошо. Так, ну я тут бегаю, убиваю. Также я выяснил, как работают мои обилки. Что огонь, она как бы дамажит... Так, урон темной магии. Поначалу небольшой урон увеличивается со временем. То есть мы чем раньше ее повесим, тем как бы лучше. С одной стороны, да. Вот, например, я сейчас раньше повесил, сколько она продамажила.
11, а порча продолжила 28, плюс еще какие-то 7. А, 7 это, наверное, изначально, что я нажимаю, да? Вот, но при этом, как бы, из-за того, что мобов мало хп, мне кажется, огонь не смысла вообще нет так. Юзать ее первый, потому что она, ну, пока она там настакивается из стаки. Порча банально стабильнее несет больше урона. Все, на гоне 2 демажа, ну... Типа, вот я ее раньше повесил, она нанесла 5 демажа, да? То есть 7, точнее, сколько там было. То есть, то, что я, конечно, ее надо раньше вешать, но мне кажется, на лоу-левелах смысла нет. Ну да, вот 7. Либо 2, либо 7. То есть больше она не несет. В то время как порча дамажит 21. И порчу банально, мне кажется, выгоднее раньше кидать. Чтобы она свои стабильные демаж успела нанести. Так, ну ладно, у меня тут паучки в процессе, чувака, давайте выключим. Вот этого еще надо будет найти. Точек темного паучьего мяса. Блин, мясо. Блин, вот я заманухаю в первых локациях, то, что лутик с каждого мопа падает. А теперь хрен, блин, добьешься этого лута. Ну да ладно. О, сюда фенриса нашли. Так, начнем с агонии, посмотрим, сколько здесь дамажит. Также проклятие на него повесим. Можем фернуть, давайте фернем. Хотя я не знаю, зачем фирять. Наложить страх, он как бы слетел, потому что мы дамажим. Страх, короче, слетает, как там урон получаешь. Какое-то количество. Че по итогу? Агония, сколько урона? Агония 16 урона, а порча 42. Ну, то есть даже то, что я кинул ее раньше, она все равно не успела разогнаться до какого-то критического значения. А все равно очень мало дамажит. Так, ну мы все квесты сделали. Рарников мы всех тут понаходили, которые были, да? Приятно находить рарников. Вот в предыдущих локациях у нас там есть пропущенные. Как-нибудь, может быть, даже к ним вернемся. Не уверен. Ну, рарников, кстати, во время прокачки довольно выгодно убивать, потому что с них довольно много экспы падает, насколько я знаю. По крайней мере, когда я там мапаюсь какой-нибудь с 1 по 10 уровень, если в мой рут попадают рарники на рандоме, что они не всегда стоят, то уровень апается намного быстрее. Поэтому их лучше не пропускать, если нужно левел побыстрее взять. Так, возвращаемся в темнолесье. Сейчас как бы все сделано. Куча всего, 5 квестов где-то, охренеть. Набрали. Так. А, давайте начнем с самых неинтересных, наверное. У тебя плохо помню, привет, что вообще было. А не думаешь, что легко отделалась в лесах тайцы и куда более серьезные опасности? Так. Волки идут по пятам. А, это... Удачи. Пак. Так, ну давайте, ладно, потом возьмем квест. Пойдемте сдадим... квест к этому... к повару. Рад встрече. Да благословит так, тебя. Так, удалось достать 5 стейков на вкус как волчатина. За альянс. Грудинка — это лучшая часть души волка. Хотя это и не традиционный способ готовить эти котлеты. Вот, держи рецепт, он немного отличается, но когда тебе действительно потребуется еда, мясо с волчьих боков будет достать проще. Ступай с честью. А, привет тебе, Йеннифер. Ну как, принесла мне мясо? Пауки — это почти то же самое, что большие крабы. За альянс. О, отличные кусочки. Дай-ка я замариную их особым составом. Не подсматривай. Потом хорошенько подумаю, подрумяню на сковородке. Темные пирожки с крабами — мое коронное блюдо. И рецептом я делиться не готов. Но тебе рецепт другого кушания, не хуже. Пирожок из паучатины. Да благословит тебя свет. Нам он свою фишку рекламную не дал, то что мы называем свои блюда не из пауков, а из крабов. Тайный ингредиент такой. Называть блюдо по-другому. Так, ну давайте, ладно, берем этот квест. Нужна помощь? О, отшельник. Вольно, чернокнижница. Если ты здесь проездом, то рекомендую держаться дороги и путешествовать только днем. Но тут всегда ночь. Найс советы. Если ты в темнолесье по делам, прошу помочь ночному дозору по мере сил. Наше мастерство неоспоримо, но, к сожалению, мы немногочисленны. Отшельник. Прощай. Мне говорили о признаках какой-то активности при приюте бродяги. Люди рассказывают, что в башне к востоку от города виден свет. Мало у кого хватает смелости быть настолько близко от перевала Мертвого Ветра.
тех пор, как мне стало известно об этом, ты первая, кто пришел с отчетом. Отправись туда и разузнай, в чем дело, и кто живет в башне, люди или нежить. Перевал мертвого ветра. Увидимся. Перевал мертвого ветра — это вот эта вот локация. Здесь ничего нету, здесь стоит башенка Каражана. Отсюда, кстати, не видно, тут деревья. Ну, короче, башня Мегива, так сказать. И тут рейд Каражан. Чем могу помочь? Ночной дозор. Боюсь, ты единственная, кто может мне помочь. Йеннифер Штормград решает более серьезные проблемы и не может выделить ни одного пехотинца для защиты Темнолесья. Безопасность нашего дома зависит только от меня и других членов ночного дозора. К сожалению, угроза исходит не только от волков. Гниющий ужас бродит возле фермы слепой Мэри, что в юго-восточных предместьях. Если ничего не предпринять, я не буду заходить в наши дома по ночам. Разберись с нежитью и возвращайся ко мне за вознаграждением. 8 гниющих ужасов. Удачи! Так, этот просил записки найти, мы нашли. Как дела? Что-то про Серебряный Бор говорилось. Как-то далеко от отсюда, на самом деле. Все неотосланные письма. Послушай, подруга, мне не нужны проблемы. До встречи! А ничего себе, ты действительно отправилась туда и нашла их? Я потрясен. Полагаю, я должен поблагодарить тебя за возвращение утраченной части моего архива. Почему они неотосланные письма считают частью своего архива? Ну, не кажется, что как бы письма, которые хотели отправить, надо было отправить, а не себе забирать и в архив. В темном углу. Если ты настроена решительно, я помогу тебе, Йеннифер. Неизвестно, где должны быть остальные документы. Я просто слишком боюсь что-либо предпринимать. Если есть всего несколько мест, где собираются эти ужасные твари из стаи ночной погибели, тогда, когда они рыщут по лесу. Одно из них — гниющий сад, что к югу отсюда. Тамошние здания они используют в качестве своих логовищ. Так что если они еще не сожрали остальные документы, то должна найти их там. Но бьюсь об заклад, тебе придется попотеть. Обыщите гниющий сад. Всего хорошего. Окей. Уже где-то там нас квесты пошли. Так, а вот этого чувака мы что брали? Воргина. Ага, квест на Воргина. Я могу помочь. А твои успехи впечатляют, Йеннифер. Похоже, ты на многое способна. Пожалуй, твоим талантам следует найти более достойное применение. Береги себя. Гниющий сад, 12-й левел. А территория, охваченная нашествием воргинов, простирается уже за светлую рощу. На юге, на самой границе Темнолесья, есть гниющий сад, в котором обитают даже более свирепые твари. Тамошние воргины также злы и жестоки, Йеннифер, но куда более хитры. Они уничтожают врага на расстоянии при помощи сотканных тканей, теней, тканей. Отправляйся в гниющий сад и убей тенеткачей, чтобы обезопасить город. Ступай с честью. Окей, отправили нас сюда, небольшой квестик, и два квеста сюда. Еще у нас есть отшельник, но, блин. 5 глав, кстати, тут. Блин, начальника просто квест, насколько я помню, немножко отдельно. Ну давайте, ладно, съездим к нему, посмотрим, куда он нас отправит. Заодно выясним, живой там человек или нежить. Опа, а, во, вот здесь квест еще появился. Давайте возьмем. Виктор Призм Антрас. Да прибудет с тобой свет. А, взгляни на звезды. Какие звезды? Утро, блин. Один мой друг, гном по имени Зубец, обещал мне помочь создать устройство, которое позволит изучать звезды. Согласно его чертежам, первое, что нужно сделать, это найти способ отражать свет. Я припоминаю, что слышала о женщине, о которой все говорят, что она всегда носит с собой зеркало. Может быть, ты разыщешь Мэри и узнаешь, не одолжит ли она нам эту отражающую поверхность для использования в данном проекте. Кажется, раньше она жила в южной части Сумеречного леса. Угу. Береги себя. Южная часть Сумеречного леса. О, уже несколько квестов туда ведут. Удобно. Пойдем тогда и последний, что, может быть, он тоже туда ведет. Я же плохо помню, что тут и как. Отшельник. Это что такое? Это не нам не нужно, нам дальше. О, вот это нам нужно. Разрушенная башня. А там у нас уже это перевал мертвого ветра. Мертвого, да. Так. Аберкромби.
Отшельник. Вроде живой. Да, алхимик хоть занимается. Привет. Добро пожаловать, страница. Я бы предложил тебе что-нибудь, но тут шаром покати. Можешь выполнить одно поручение бедного старого отшельника. Бедного старого, да? До встречи! Чем могу быть полезен? А припасы из темнолесья. А как же быть несчастному старику? Мне нужно привезти кое-что из темнолесья. Но деревня так далеко, а я стар и слаб. Мне не осилить дорогу. Не могла бы ты отправиться в темнолесье и привезти мне нить из призрачных волос? Ее можно приобрести у мадам Евы, которая живет на центральной площади города. Говорить с мадам Евой в темнолесье. Ладно. До скорой встречи. Призрачная нить, ничего подозрительного. Съездим, привезем.